Мы сейчас ходили в магазин, купили всего. Сегодня картошку будем отваривать. Купили и мясо. Будем готовить. Вот. Стейки, мясо, крабовый салатик мы хотим. Значит, помидорчики купили. Здесь у нас всякие молоко. Санта Бремор. Такой соус сливочный, какой-то чесночный. Вот. Нектарины. Огурцы, карбонат. В общем, взяли кое-что. Также и в морозилку взяли. Вот. Фарш говяжий мираторговский. Ну, так как сама я здесь не прокручу фарш. Кстати, написано, что состав просто говядина. В отличие, к примеру, там рядом лежал останкинский фарш, так там столько ешек было. Вот здесь просто говядина. Ничего. Вот еще шницель взяли свиной. Можно будет пожарить. Сосиски. Вот тут смесь у нас. В общем, чуть-чуть еды прикупили. А так мы же уже ходили в магазины не раз. Поэтому каши овсяные. Каша гречневая, рисовая. Это все у нас есть. Хлебушек. Вот Сережа, как всегда, чистит кондиционер. Потому что мы хотим уйти и поставить кондиционер, чтобы охладилась квартира. Вообще квартира хорошая. Она как бы вообще не жаркая. Но сегодня вот солнце такое, что стало душновато. И вот мы первый раз за все это время включили кондиционер. Но, естественно, мы хотим его почистить, потому что чтобы сюда не летела грязь и пыль. Сережа сейчас это и делает. Данюш, одевайся. Вот Данькино лежбище. Мы сегодня, как я говорила, сегодня мы кушаем дома. Отварили картошечку, приготовили вот такие вот, ну, не знаю, как называется, кусочки, филе индейки. Вот так у нас выглядит наш обед-ужин. Все очень вкусно, приятного нам аппетита. Всем привет, друзья. Сегодня у нас пасмурный немного день. Дай раздай интернет. Раздаю. Мы решили съездить на Красную Поляну. Сережа сейчас посмотрит по картам, как туда проехать. Посмотрим, что у нас на Красной Поляне. Вчера мы ходили вечером, смотрели поющий фонтан в Олимпийском парке. Катались там на электро, не знаю, как мотоцикл. Электромотоцикл или мобиль, не знаю, как он называется. Вот сегодня поедем, посмотрим, что творится в Красной Поляне. Долго ехать? 45 километров. 45 километров. Сколько нам показывает? 36 минут. Так, ну мы вот выехали, едем уже. Вот впереди горы. А ты куда поставил точку? Роза Хутор. Роза Хутор. Так, вот горки, город Роза Хутор, да. Погода сегодня как раз, по-моему, для езды такой, да? Что в горах будет, непонятно. А в горах может вообще дождь. Вообще сегодня после обеда обещали. Дожди, вон смотри, какое небо, да, там. Ну, съездим в любом случае. Загорать такую погоду не очень удастся, поэтому... Что делать? Покатаемся. Вот мне всегда очень нравится, когда дома стоят на горе. И открывается такой вид на дома. Красиво. А там прямо небо какое впереди. Закрывает горы. Скоростной режим 90. Казачий брод еще какой-то есть. Горы, горы.
подъехали мы к такой горе. Посмотрите, как интересно над ней. Небо такое все. Даже черное, я бы сказала, где-то. Очень интересно и очень красиво. Вид, конечно, супер. Едем сейчас в туннеле. Очень он длинный. До этого была красота, горы. И вот въехали в туннели, едем и едем, едем и едем. Сейчас посмотрим, куда нас выведет этот туннель. Вот все, слава богу, закончился туннель. Ой, мы выехали на какой-то мост красивый. О, какая красота. Это не Крымский мост. Да. И мы выехали на Крымский мост, да? Нет, это не Крымский мост. Горы. Конечно, вид вообще завораживающий. Ой. Мне звонит кто-то, ну, не знаю, кто. Я не буду брать, потому что ты не пойми, кто. Бери. Так. Смотрите, какая красота. Ух ты. Что может быть лучше гор? Лучше гор могут быть только горы. Поля. Не, поля, ну поля хорошо, но горы степь. Это... Степь. Вот... Самая шикарная степь. Я жил, я знаю. Нет, ну какая степь? Вот, смотри, как красиво. Жалко, загораживают кусты. Вот так вначале гора идет без деревьев, потом с деревьями. Красота вообще. Дать смотришь по сторонам? Смотри эту красоту, смотри, одна гора, другая. Вот это вид. Вид на миллион. Вот она, матушка Россия. Красивая какая. А вот там, получается, что железнодорожный мост, да? Ну, железная дорога проходит, да? Слушай, ну что это может быть? Не пешеходный же. Может, это просто в обратную сторону едут. Что-то мы сколько ехали, ни одного даже поезда не прошло. А туда что, не ездят, что ли? Где поезда-то? Когда? Мы ехали, не было ни одного. Был поезд, проехал уже. Куда проехал? Ладно. Не знаю, не знаю. Ни заснято, не верю. Никаких поездов нет. Нам осталось 18 минут, 20 лучше километров. Лучше, как вода цвета вот здесь вот. Какая? Вот речки. А здесь я что, вижу? Другая. Что? Другая, да? Да, не темная. Вот, снимай, видишь? Как я тебя сниму? Ты видишь оттуда, а у меня не видно. Ну что, я тут вижу, а ты нет. Ну, я не знаю, потому что не видно ничего, и на камере не видно. Заборчик мешает. Махеры гоняют. Мы едем 110. Так, ладно, пока отключусь. Будет что еще красивое, сниму. Облака закрывают вершины гор. Вот мы сейчас подъехали к горе. Очень хорошо видно.
Дорога прям отличнейшая. Много автобусов, да, наверное, на экскурсии возят. Вот эти туннели в горах мне нравятся, да? Прям поражают. Раз, под горой туннель. О, а это кто? Кот там? Это этот олимпийский, помнишь, символ? Кто он там был? Тигр. Не, не тигр, леопард, леопард. Вот. Обратите внимание, конечно. Наверное, огоньками красиво он приветствует. Привет! Ну, смотри, как сделано интересно. Въезд. Это тоже, наверное, горит все. Может и нет. Там вот солнце подсвечивает гору. Среди кустов деревьев там как будто гостиница, а тут вот такие вот всякие, мы проезжаем домики, наверное, тоже гостиница. Такие марсиаки тут ездят. Вот эти 123 регион местный. И вон река течет. Сережа говорит, что она другого тут цвета. Ну, вроде да. Комплекс города Карусель. Комплекс Альпика. Ну вот альпийская сказка, отель. Не знаю, куда нам ехать вообще. Ну, может, надо было на карте найти. Горная карусель какая-то. Что за горная? Вот, главная кратная дорога туда. Курорт Горки город. Так, проехали мы вот через шлагбаум. Прочитали, что 30 минут. Вот тут написано, первые 30 минут бесплатно. Каждый последующий час 200 рублей. В сутки 700. Оплачивается при выезде. Вот. А если ты просто проезжаешь мимо, тебе здесь не надо останавливаться, то 30 минут у тебя есть на то, чтобы бесплатно проехать. Я не понял, где дорога-то? Ну, она где-то сюда, в эту сторону. Дальше надо... Понять, может, по карте посмотреть, где дорога. Было написано, что главная канатная дорога сюда. Вот интересно, как здесь все сделано. Мега-курорт. Так, ну и вот это у нас горная карусель, это называется. Положим, чтобы не потерять. Такие здесь комплексы, комплексы гостиничные. Вообще просто. Ну, вон, наверное, канатная дорога, я вижу. Вон, видишь? Вон люди, видишь, кабинка едет. Значит, прямо она куда-то. Да. Ну, я вижу наверху канатную дорогу. Как они доехали до того места, я не знаю. Но, значит, где-то она все равно здесь. Тут целый город прям гостиничный. Улица Горная Карусель. Thank you.
тоже выглядит очень все цивильно, красиво. Видишь, какой-то мангал, бар, покушать, и Сбербанк, и отели, все, что хочешь. Аквапарк на третьем этаже. Купаться на аттракционе. Вон карусель детская. Мусор убирает, и Макдональдс, и открытый бассейн нас приглашают, и ресторан. В общем, куда... И вон тоже хинкальная. Пицца хачапури, хинкальная, мини-маркет. В общем, приглашают везде. А вон я вижу, как эти кабинки двигаются. Ну что, тоже не страшно там? Такой склон. Парковка. Паркинг вон. Едем. Вот главная канатная дорога написана. Вот паркинг. Вот главная канатная дорога, горки. Паркинг был сбоку, а мы что-то не заехали туда. Кассы, билеты. Вот, мы все. Тоже паркинг. А, ну вот тоже паркинг. Внизу есть, тут есть. Это не для инвалидов, нет? Ну вот просто нарисовано. Там места, да? Так, ну вот мы куда-то доехали. Теперь надо разузнать все.